их, по-моему, уничтожил только что двоих. Я сейчас кое-что попробую. Товарищи, всем любителям Таркова предлагаю посетить канал Тиран Гейминг. На нем вы найдете много полезных гайдов как для новичков, так и для опытных игроков. Также автор проводит ежедневные стримы с розыгрышами и старается помочь каждому как можно быстрее разобраться в игре. В общем, сходите, зацените. Ссылка на канал будет в описании под видео. Двадцать 24 числа в Таркове было скрытое обновление, которое бафнуло два оружия, это ВПО 215 и СА-58 Фенфал. Понизили вертикальную и горизонтальную отдачу, через это он стал, скорее всего, более юзабельнее, чем был до этого. Вернулся ли после этого Фенфал в руки ЧВК, мы проверяли на стриме, стримил я 5 часов. Если вдруг кому-то понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться, приятного просмотра. На малой стройке пулемет по кому-то работает. Только я хотел микрофончик подправить немножечко. Так, чел мне уже меченку несет. Цена, я не знаю, сколько она стоит. 1004, может. Справа в туалетах, что ли, сидит? По-моему, я тут слышал не дробовик. Да не стреляй, не слышно ж ничего, но... Оно-то по кустам, походу, шарится. У магазина. Под пивас, понял? Ящик сейф открывает надо мной. Да ты чё, блин? Тоже под пивас? Нет. О, а еще кто-то справа есть. И слева. Кто-то и слева, и справа. Представляете, чат? Нет! Вантапнул, я же говорю, вантапнет меня, сволочь, блин. А, нет, в голову попал. Да ладно. Ну, для первого матча было неплохо, чат, да? Неплохо. Просто если бы я сейчас всех убил, можно было бы стрим заканчивать, понимаете? А я как бы, ну, люблю своих зрителей, поэтому специально поддался, чтобы стрим дальше продолжился, понимаете, чат? Хорошо. Так. Тигр стоит.
Минус один. На той стороне кто-то еще есть у моста. Так, калак нашел. Мосту бегу. Да-да-да-да-да, есть такое дело. Убил. Чтобы они так рестились, когда квесты делать надо. Убил. И какой-то меткий челик. Забрал, а не сломал. Нифига, он с ПМ-ки? Ха-ха! Что, блядь? 20 уровень с ПМ-ки. Убил, короче, фулку и оделся в него, блин. 48 уровня. Точно он убил? Да, да, ну жетон. На жетоне написано, что он с ПМ-ки убил. Охренеть. Нет, 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 нет. Не по мне. Там еще была, по-моему, это вепрь. Что-то еще. Да, да, там какой-то глушак. Я встречаю его. Да, уже у костра. Блин. На гранате. Он сверху у дороги, я у воды снизу. Он за камнем, у костра за камнем. Большой такой камень, здоровый. Поняла. Дашь грену за него примерно? Слепую просто прокинь грену за камень. Убил. Меченка пришла. Здрасте. Знаешь, кто там пошел? Я к медичке отбежал. Медичка открыта, чел с нее спустился. Два чела. Минус два чела. Я у тебя тут бегаю. Я на малой. Где тоже? Аркона. Блять! Наверху сидят в комнатах. Ты живи там, ладно, я бегу. Раз, два, заходим. Мне кажется, снизу кто-то есть один. А может и есть. Убил одного. Вот. Говорила. 15 уровень. Типа красный пор. Железо. Железо магазин. Вон он! Вон он, сука! Да ебаный бот, отстань! Заклинаю тебя. Сука! Кто дверь? А, это бот. Давай, мочи их! Охренеть. Двоих убил? Проверял в сторону шермы. В сторону меченьки не проверял. Ты на первом, да? Я, да. Скоро он? Ты на погоду, я не знаю.
Убиваешь? Я не хочу кашлять. Тебе нужен дамаг еще что-то? Не-не, все, дом. А, это дом? Карман малой стройки. Ну, я их, по-моему, уничтожил только что двоих. Да. Блин, хедшоты нормально с этой дуры, если залетают, то все. До свидания, блин. Там у тебя патрон. Так что надо ее собирать, чтобы АДС был тоже приемлемый. Иначе ты не сможешь в АДС-ку зайти и не дашь хэрт. Будешь забирать? Кого? Отсас. Премьер нет. Нет. Нафига я нужна. Че, лоботик пришел? У меня оружие, блин, скидывает. Или я такие звуки издаю страшные с перегрузом. Добил. ЧВК. Говорю, это тоже оружие скидывает. Оно да, оно тактически заняло позицию за бочечкой. Не так же гениально, конечно, как вот этот второй, который тут лег. Тоже неплохо так. Но, по-моему, это гениально просто. Стекло. Вышел ты, черик. Он убивал кого-то тут уже. Ну, а значит, он стрелял, значит, все-таки было. Под мостом. Минус один. Да, глушеная. Опять юмпиха, блин, одни юмпихи. Шмар, блин. Вот, блин, современная мета, чат. Юмпишки. Дешево и сердито. А, так вот валяется какой-то бот, по-моему. Внутри с этой стороны ходит, это по центру. Ну. Да, патроны закидывают. А, он хилится тут. СМС-ку юзал. Хилится, сидит, слышу. Трупа постреляла, молодец. Я зашел, я внутри, да. Вот это с моей стороны. К тебе сейчас может выбежать, лови его на улице, если выйдет. Мертвый, да? Мертвый. По-моему, да. Ой, Грена моя зашла еще одному. Ну все, отлично. Я внутри. Бармалей. Ты его убил? Да? Я вроде не плохо закидываю. Куда закидываешь? Давай, что ты? Аня, я сейчас кое-что попробую.
не убивает, пофигу. Ну, интересно же было узнать, убьет он или нет. Говорю, нет. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.